Я приветствую вас бесповоротно, мои дорогие друзья, зрители Метаметрики и все находящиеся здесь прекрасные люди, режиссеры, звукооператоры, световик, пытающийся убить меня лучом прожектора, тебе отдельная наша с кисточкой. Сегодня, как вы уже поняли, а световик еще не догадался, я иду к своим товарищам. Поговорим, поохаем, может быть, даже пообсуждаем и пофилософствуем. Девушка, это лабутены или биркинштоки? Я бы посоветовал вам угги, но вы же меня не послушаете. Извините, я пройду первым, вы же очень медленно преодолеваете пространство. Дмитрий, кого я вижу? Не ожидал вас прямо в таком месте. Несите меня, несите полностью, только умоляю вас. Аккуратнее, вы же знаете, я слишком измучен Нарзаном. Добрый день, дорогие друзья! Снова Метаметрика в студии Метаметрики. Мы по-прежнему продолжаем сверять показания барометра общественных настроений, идей, мыслей, эмоций в студии Никита Данюк. И Дмитрий Егорченко. Дмитрий Егорченков. Что мы вам хотим сказать? Социологи нам сообщают, что только 10% людей вступают в дискуссию со своими котами. Остальные 90%, слава богу, еще в своем уме и только советуются с ними. Поэтому сегодня в студию мы пригласили нашего друга, кота Костяна, ну и попытаемся с ним посоветоваться. Сможем ли мы вступить в дискуссию? Вопрос. Никита, Дмитрий, я очень, и даже немного больше, чем очень рад вас снова видеть в здравии и прекрасном расположении духа, потому что дух и здравие в наше время очень большая редкость и ценность. Релоканты Назаров и Лазарева не дадут соврать. Вашим зрителям неимовернейший привет и здравствуйте. Простите, что все я да я, прошу вас, продолжайте. Просто девушка, которая провожала меня до студии, клялась, что на ней биркинштоки, хотя я отчетливо видел лабутены. Я очень рад вас всех видеть, друзья мои, очень. Кот, спасибо тебе огромное, что нашел в своем плотном графике время для товарищеской братской платформы Метаметрика. Кстати, обязательно подписывайтесь на ресурсы кота Костяна. Естественно, все ссылки мы укажем в описании под роликом. Аудитория твоя, кот, очень негодует, когда я называю тебя котик, вот, но я не могу не удержаться, потому что испытываю к тебе такие братские, очень нежные, трепетные чувства. Так вот, дорогой кот, он же котик. Я видел, как ты детально анализировал, как настоящий политический эксперт, предвыборную кампанию в нашей стране. И делал всевозможные гайдлайны, разборы кандидатов, которые участвовали вот в тех выборах, которые главное, прошли. Главное, чтобы не экзит-полы. Не-не, экзит-полы – другая история. И, ну, прямо скажем, выборы состоялись. Владимир Путин триумфально победил на этих выборах с рекордными показателями по явке, по голосам. Но оппозиционные кандидаты остались. Поэтому просьба к тебе такая. Можешь ли обрисовать политическое будущее кандидатов Харитонова, Слуцкого и Дованкова, а также те политические силы, которые они представляют, ну, конкретно парламентские партии? Прости, пожалуйста, ты не уточнил, где именно остались кандидаты? Котик нам, собственно, и расскажет, где именно. Тебе слово и еще раз спасибо большое, что снова пришел к нам в студию. Очень странно, что вы ничего не упомянули о главном кандидате и сопернике Путина на президентских выборах, о Борисе Надеждине. Я понимаю, что до самих выборов его не допустили, но если бы, то эх. Кстати, нынче Борис окучивает релокантов в Казахстане, проводит с ними встречи и интересуется, не собираются ли они назад в Россию. На что релоканты, по словам самого Надеждина, все как один вернуться собираются, но только лишь когда Россия станет свободной. Как они при несвободной России и сумели из нее выехать, гении мыслительного процесса не уточняют. Но вы же понимаете, что это уже совсем другая история. Что касается вышеперечисленных вами кандидатов, то политическое будущее их я вижу таким же, как и их политическое прошлое. За исключением разве что Дованкова. Новые люди – хорошая партия. Только есть один вопрос – куда девать старых людей? И я сейчас вовсе не о возрасте. Поэтому Харитонов и Слуцкий будут спокойно работать и
дальше. Потому что КПРФ и ЛДПР – это мастодонты российской политики. Им некуда спешить, им не нужны все звезды на небе. И я сильно сомневаюсь, что Слуцкому или Харитонову нужен был пост президента России. Ну а партия «Новые люди», особенно после их слияния с партией «Роста», будет осваивать новые горизонты. Там все бизнесмены и все о бизнесе. Хотя в какой партии сейчас нет бизнесменов? И все же, если ЛДПР и КПРФ – это глыбы, кто-то больше, кто-то меньше, то будущее новых людей я представляю себе таким же примерно, как и у «Справедливой России» за правду. Не российской повесткой только жив интернет и медийная среда. Давай немножко в Европу тоже сходим. Все чаще приходят новости о том, что европейские города заполонили мыши и крысы. В этой связи к тебе, как к профессионалу, вопрос, что там у тебя коллеги-то европейские совсем не ловят ничего, что там у них происходит? Было бы странно, Дмитрий, если бы мыши и, как вы говорите, крысы эти самые европейские города не заполонили. И мои европейские коллеги тут вовсе ни при чем. Один европейский кот может поймать за один день от 3 до 5 мышей, а одна европейская крыса видела в гробу всех европейских котов вместе взятых. Всему причиной, как я вижу, история, которая, как известно, развивается по спирали. В Париже, к примеру, уже была вспышка бубонной чумы, передаваемая крысами. Это было давно, но французы свои традиции. И уже сейчас в Европе обнаружили крысиный гепатит Е. И уже есть случаи с летальным исходом. А ну ведь как? Нужно города убирать и содержать в чистоте. И дезинфицировать. И не только вокруг Елисейского дворца. А поди ж ты убери, когда вокруг танцуют и бьют витрины мигранты. И, кстати, тут же приготовляют этих самых крыс на мангале под чесночным соусом. А поди ж ты продезинфицируй, когда сами же ввели санкции. Те же самые французские клопы не дадут соврать. Ибо то, чем обрабатывали французскую мебель от клопов, везли из России. Рядовые французы, кстати, все это прекрасно видят, а год назад даже пытались возмущаться, выходили на митинги и пытались вынести правительству вотум недоверия. Но их быстро, по всем правилам демократии, разогнали с собаками и водометами. Сегодняшнее утро Париж встретил практически полностью перекрытым баррикадами. Полицейские кажутся в растерянности. Они проводят массовые задержания и действуют показательно жестко. Но это не производит должного впечатления. В одном только Париже на улицах больше 20 тысяч человек. Самая сложная обстановка в студенческом квартале. Молодые люди, которым предстоит отныне работать на 2 года дольше, оказались сильнее полицейских. Вот вы спрашиваете меня, что там происходит. А происходит там то, что тот же год назад заместитель мэра Парижа по имени Анна сказала вот так, цитата: «Под руководством мэра мы решили сформировать комитет по вопросу о сосуществовании с крысами». Вот и все, что там происходит. Они с крысами сосуществуют. И мало того, Французская ассоциация по защите прав животных такое решение мэрии встретила с огромной радостью и призвала наладить, опять цитата, более душевные отношения с грызунами. Вот и все, что там происходит, друзья мои. Как я раньше говорил, Вадим Боков, он же тюменский Илон Маск, переосмысляет полезные в реальной жизни вещи. Начал с наушников CG Pods, а теперь запустил колонки. Forbes отметили, что Кейс Гуру имеет возможность быстро отвечать на потребности россиян, и они делают это. Тюменские колонки – самые чисто звучащие среди недорогих. Качественно передают звучание даже на низких частотах. Колонка Sound, мощная в своем весе, может играть 12 часов всю ночь. Есть влагозащита. Колонка «Безумного Макса» от Кейс Гуру разорвала все шаблоны. Самая мощная в линейке «Безумный Макс» в мире звука. Тюменский Макс – настоящий ядерный реактор в мире музыки. Выдает 80 ватт. Автономность до 6 часов, можно устроить вечеринку или взять тюменскую колонку на пикник. Колонка CG Box Bass во всем объеме передает самые глубокие басы. 10 часов без перерыва, марафон сериалов или диско-ночь. Есть влагозащита. Кейс Гуру дает скидку до 500 рублей на заказ по промокоду META05. Для участия в розыгрыше применяй промокод. Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании. Делайте покупку до 31 мая и становитесь участником розыгрыша товаров, в котором можно выиграть робот-пылесос за 30 тысяч рублей. Я продолжу, с твоего позволения, код внутриполитическую линию и хочу спросить, что же будет после
победы Владимира Путина на президентских выборах, в следующие 6 лет президентского срока, что ожидать российскому обществу, российскому государству? Пойдет ли Путин уже в конце этого срока на очередное президентство? На минуточку, к тому моменту ему будет уже 77 лет. И возможен ли мягкий транзит власти? И видишь ли ты код преемника Владимира Путина? Ну, 77 лет – это для политика не возраст. Для политика самое главное – это ясная голова и способность передвигаться без памперсов. Байден не даст соврать. А для президента еще один плюс – это доверие граждан. На сегодняшний день, как мы знаем, доверие народа России к президенту – самое высокое за всю историю выборов. Я не знаю, что будет через 6 лет, но, оглядываясь назад, я верю и знаю, что живу, как и вы, в очень насыщенный и важный исторический промежуток времени. И лично я очень бы хотел и надеюсь на то, что Путин сам своей рукой закончит им же начатое, а именно денацификацию и декоммунизацию Украины, попутно, даже не притрагиваясь, упаси боже к ним притрагиваться, декоммунизируя прибалтийских сестричек, Литву, Латвию и, дай бог памяти, Эстонию, конечно же. Кстати, мягкий транзит власти уже происходит. Власть – это же не только президент. Кто-то может называть это чистками, борьбой с коррупцией, но это и есть мягкий транзит, куда же еще мягче. А преемники, думаю, размышлять и вовсе бесполезно, зная, как Владимир Владимирович умеет удивить и застать врасплох. Последние события тому примером. А вот что будет дальше, думаю, очевидно. Дальше будут наводить порядок на вернувшихся в состав России регионах и на тех, которые еще вернутся. А я верю, что они вернутся. Ну что, дорогой кот, у меня к тебе еще один вопрос. Налицо в Европе и вообще внутри западного мира, назовем это так, культурную некую составляющую, обмельчание политиков, политических деятелей, политических комментаторов и экспертов самых разных. Что бы ты мог в этой связи сказать в контексте политической зоологии? Если говорить в контексте, а особенно в контексте зоологии, то большинству европейских политиков нужно в срочном порядке посетить ветеринара. У них страдает ориентация, причем даже не страдает, а горюет крокодилями слезами. У них отшиблена память, и не только долгосрочная, но и кратковременная, ибо английский премьер Сунак буквально на днях обвинил Путина в том, что он лично перекрыл в Европу газовый вентиль, от чего страдают европейцы и европейская промышленность. Хотя, и это известно даже всем и каждому, что санкции на газовую отрасль наложила именно Европа, а торжественно объявила об этом Урсула фон дер Ляйен лично. Причем, как вы правильно сказали, там тронулись умом не только политики, но и спикеры, и комментаторы, и аналитики, и причем не только европейские. Пресс-секретарь Белого дома, даже не кашлянув, поклялась, что американцы вместе с Иной сражались против Гитлера и Советского Союза, и даже их победили. Напевая старые песни о российской диктатуре, тот же Шольц признался, что хотел бы остаться на посту канцлера Германии после выборов 2025 года. И это при том, что его партию поддерживают всего 17% избирателей. Поэтому, что характерно, вырождаются политики, да и европейцы. И это, скажу вам как родным, меня меньше всего интересует и беспокоит. Ну и опять же, возвращаясь к нашим внутренним делам, Алексей Навальный, ты в своих разборах достаточно четко и в телеграм-канале, и в роликах неоднократно рассказывал, что это за персонаж. Теперь он является частью российской политической истории. Посмотрим, сможет ли он остаться этой частью. Но в настоящий момент можно сказать о том, что российская оппозиция лишилась лидера. Вот на твой взгляд, кто может стать лидером российской оппозиции? Борис Надеждин, Екатерина Дунцова, Леня Волков, Юра Дудь, Ксюша Собчак. В общем, кандидатов на этот пост, мне кажется, предостаточно. Кто, на твой взгляд, является самым перспективным опом в нашей стране? Оппозиция действительно лишилась. Этих, я имею в виду ФБК Навального, уже можно забыть и прикопать на свалке истории. Они уже переругались между собою. Между собой и Ходорковским, и между всеми включительно. Последняя громкая акция в их исполнении – это марш пустых кастрюль. Вы много слышали звенящих кастрюль? Да, вот и я не слышал. А вот с кандидатами намного интересней. И ответ мой будет несколько для вас неожиданный. Ксюша, как вы говорите, Собчак – это не оппозиционер. Дудь – это даже не Ксюша Собчак. Борис Надеждин уже теплее, но мелковат. Он некрасивый и неинтересный. С ним скучно, ему не хватает широких плеч и героического взгляда, громкого голоса и уверенных движений рукой, особенно правой. На роль новых революционеров нынче пробуют себя наши
путинские друзья, а теперь уже российские граждане. Они между собой тесно общаются и взаимодействуют, развивают горизонтальные связи и очень хотят заменить собою всю российскую культуру, оппозицию, благотворительность, политику и аналитику. Они нахрапистые, но это они так думают. Где они учились? Другие, как вы догадались, преподавали. Максимум, что они могут создать, это мелкие секты по интересам. А секты в России не в почете. Вы хотите имен, не так ли? Ну вот вам такой оппозиционер и правдоруб, как Татьяна Монтян. Рубит правду, только щепки летят. Однако, правда у всех своя. И как оказалось, не так уж далеко и разлетаются щепки. Некоторые ее поклонники даже мечтали видеть ее российским президентом. Да разве может стать российским президентом человек, уверенный в невозможности восстановления и постройки моста. Это я еще не говорю о статьях Конституции, регламентирующих выборы президента России. А вот кто у нас имеет плечи и голос? Кто имеет опыт и все данные нового лидера оппозиции? Это Захар Прилепин. Неожиданно? Не. А вот и нет. У нас в последнее время появилась целая группа людей, которые то зайдут не в ту дверь, то выйдут не в ту дверь. Как бы ты это явление описал и что бы ты этим людям посоветовал? Я не считаю себя вправе раздавать людям советы, потому что вдруг кто-то ими воспользуется. Основная часть тех, кто вошел не в ту дверь, уже за рубежом в качестве релокантов-страдальцев. Они, конечно, делают вид, что ничего страшного не произошло и что они, наконец, обрели долгожданную свободу, но глаза и голос говорят об обратном. Вы, конечно, заметили, что все, кто вошел или вышел, это люди творческие, натуры тонкие и хрупкие. Именно поэтому они и стремятся постоянно куда-нибудь выйти. Это их выбор. Главное, чтобы было потом обратно куда-нибудь зайти. Совет же для таких мой найдите себе работу. Для начала курьерами по доставке пиццы. Но, как я говорил, я боюсь, что моими советами кто-нибудь воспользуется. Теперь хочется спросить про место, где выступают в том числе животные на потеху публики. Я имею в виду, естественно, политику Соединенных Штатов Америки, извините за тавтологию. Выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые нас ждут в ноябре, что это, на твой взгляд? То самое политическое шапито для пенсионеров, либо образец настоящей демократии? Ну и в конце концов, котик, мы очень ждем твой прогноз. Кто все-таки победит на предстоящих выборах? Спящий Джо или безумный Трамп? Про демократию это вы смешно. Я ставлю на Байдена. Во-первых, он так хотя бы высыпается на трибуне во время своих речей. А во-вторых, логика. Он управляемый для бизнеса и всяческих лоббистов. А Трамп пытается делать вид, что он сам по себе. В общем, прошу всех не переживать. Они между собой договорятся. Ну, мы должны, конечно, поблагодарить кота за этот политический инсайт. Кошачий инсайт, пожалуй. Вот какой вопрос тебе в продолжение нашего разговора. В рамках российской медийной среды все больше набирают популярность чуждые российским традиционным ценностям еноты и капибары. Как ты относишься к этой опасной тенденции? Не боишься ли ты потерять аудиторию? Ну что вы, друзья мои, я вам так скажу. Из 75 миллионов домашних питомцев в России, 50 миллионов – это коты. И кошки, разумеется. Где еноты и капибары? Ответ очевиден. Ну, в дополнение этого вопроса, кот, хочется спросить у тебя, ведь есть и другие западные интервенты, например, из Польши агрессивно на аудиторию русских котов смотрят бобры, вот, курва-бобр. Я пердолы, почти заспускаю. Бобр, курва! Я пердол, які бидле! Бобер! Ей, курва, бобер! Бобер, не спердалай, мордо! Хочешь тут, курва, до мне, бобер! А ты стаешь, курва, дуже, ты! Бобер! Я пердол, первый раз в жизни видел бобра! Как ты считаешь, если говорить серьезно, возможно ли после победы нашей страны над страной, которую нельзя называть, реальное противостояние, реальный вооруженный конфликт уже с польскими бобрами, французскими лягушками. Петухами. Петухами. Я забыл, конечно, что Макрон президент Франции, забыл, кто возглавляет. Национальный символ все-таки. Да. Сбрасывается со счетов. И с немецкими, ну, овчарками не хочется их называть все-таки, благородными собаками. Ну, этими пуделями из Германии. Возможно ли это или нет? С петухами, как вы говорите, Россия не воюет. Исторически сложилось, что из петухов в России варят довольно-таки неплохую лапшу. Опять же, не пойму, какой вооруженный конфликт может быть с Германией, Францией или Польшей уже после победы на территории страны,
который нельзя называть. Вооруженный конфликт с ними идет сейчас. Там же и американцы, и грузины, и колумбийцы, и австралийцы, литовцы, латыши и даже, дай бог памяти, эстонцы. Куда же нынче без Эстонии? Все они как бы числятся наемниками, но наемниками там можно в основном считать только грузин и колумбийцев. Ну а после победы? А где должен происходить этот конфликт? Вторгаться Россия никуда не собирается, не собирается собираться. Где Франция, а где Россия? При всей отмороженности европейских политиков меня не покидает ощущение, что все-таки они прекрасно знают и помнят, чем заканчиваются авантюры, когда нога иностранного солдата вступает на российскую территорию. Возможно, только возможно, это и было в их планах, но президент Путин опередил их и перенес место событий на территорию страны, которую нельзя называть. Спасибо, ты обрисовал вполне себе конкретное, достаточно радужное будущее. По поводу радужного, может быть, не только будущего, но и настоящего. После начала известных событий в нашей стране я знаю, что некоторое количество россиян село на разные виды транспорта, на самокаты, например, и уехало в Казахстан, хорошо тебе знакомый. Вот российский генконсул в Алма-Ате Дмитрий Тураев сообщает о том, что в Казахстане остается целых 80 тысяч из 400 тысяч россиян, выехавших в 2022 году. Скажи, пожалуйста, в этой связи изменилось ли отношение к российским гражданам, к русским, может быть, на территории хорошо знакомого тебе Казахстана? Как я уже говорил, оставшихся российских граждан в Казахстане пытается охмурить ксенз Борис Надеждин. Проводит с ними встречи, как раз именно в Алматы. И, я думаю, пытается сформировать из них свой будущий электорат. Не всех, конечно, только из тех, кто подвержен охмурению и магнитным бурям. Ведь пан Надеждин, по его словам, собирается в будущем участвовать в выборах в Мосгордуму, в мэры, а то и на следующих президентских выборах. Ах да, про отношение к русским в Казахстане. Оно не изменилось. Я имею в виду, не изменилось конкретно в связи с наплывом релокантов. На 9 мая казахи вместе с русскими, как и со всеми другими национальностями, несли цветы к памятникам и монументам, пели «Катюшу» и по старой доброй традиции отмечали День Великой Победы. А вот на вскукорейки отдельных казахстанских блогеров и активистов я бы не советовал обращать внимание. Лучшим подтверждением отношений Казахстана и России я бы назвал визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на парад Победы в Москву. Поверьте, обычные люди, и казахи, и русские, в Казахстане заняты совсем другим. Они работают, воспитывают детей и строят планы на будущее. И 80 тысяч граждан России на них никак не влияют. Они их в глаза никогда не видели. Мои друзья, коих в Казахстане много, их не видели точно. Ничего о них не слышали и присутствие их не замечают, а уж тем более не замечают дискомфорта. Поверьте, Казахстан очень большая страна, там места всем хватит. Давайте еще про нашумевшие, сильно нашумевшие интервью президента Путина и Такеру Карлсону, и Дмитрию Киселеву тоже пообщаемся. В совокупности эти два нашумевших интервью собрали более 2 миллиарда просмотров. По и миру, непонятно, какой из них больше в пропорции. Да, кстати говоря, да. Смотрел ли ты эти материалы? Что имеешь сказать по этому поводу? Какое тебе понравилось больше? Ну и, возможно, почему? Ну, скажем прямо, это вообще два разных интервью. Интервью Такеру Карлсону было адресовано больше западному зрителю, когда Владимир Владимирович на пальцах, как в детском саду, объяснял иностранцам, откуда в хлебе дырочки и почему Россия именно такая, какая она есть. Я прекрасно это понимаю, но со стороны, для внешнего наблюдателя, может показаться, что все это может выродиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны. Может быть, даже будут ядерные удары нанесены. Почему вы не позвоните Байдену и не скажете, давайте как-то решим этот вопрос? А что решать-то? Все очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии там, различных ведомств. И я вам скажу, что мы говорим на этот счет. И что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружений. Все закончится в течение там, нескольких недель. Вот и все. И тогда можно договариваться о каких-то условиях перед тем, как вы это сделаете, прекратить. Чего проще-то?
Надо отдать должное Путину. У него это получилось, что выразилось в комментариях иностранцев в социальных сетях. С иностранцами вообще нужно разговаривать как с детьми, я так считаю. Они так лучше воспринимают информацию. Их нужно убеждать, что голова у них большая, и туда влезет много чего полезного. И работает, полезное влазит. Именно поэтому Путин возглавляет рейтинг популярности и узнаваемости среди лидеров всех стран. А вот интервью Киселеву – это уже для россиян. О развитии страны, о том, куда и на что пойдут деньги, о проблемах, о миграционной политике, о политике социальной, о чиновниках и правительстве, о с**ной и как раз о том, о чем вы спрашивали меня ранее. Возможно ли прямое столкновение российской армии с армиями иностранными, в частности, с американской? И Путин ясно и четко ответил – не думаю, но мы-то к этому готовы. Для нас это вопрос жизни и смерти. Поэтому интервью оба на высоте, просто они адресованы разному зрителю. Справедливо, пожалуй, да? Совпадение? Не думаю. Кот, тебе хочется спросить так же, как в прошлый раз мы спрашивали в прошлом нашем интервью про представителей нашей эстрады, про наших прекрасных артистов. Кот разбирается в эстраде. Я скажу, кот видел некоторое дерьмо в своей жизни, не только кошачье, он разбирается в сортах российской эстрады. И хочется спросить у тебя по поводу, наверное, одной из главных лиц, поуехавшей, собственно, наших служителей мельпомены. Про Примадонну хочется спросить. Про Аллу Пугачеву, ее мужа Максима Галкина, иноагента. Во-первых, почему после всех высказываний, которые мы слышали со стороны Аллы Пугачевой, она до сих пор не имеет такой же статус, какой имеет ее муж? Это первое. И второе, на твой взгляд, стоит ли ждать возвращения беглых звезд шоу-бизнеса в Россию? Ведь как говорят, в Израиле, в Голландии, в Германии, в Прибалтике кормят не так сытно и гонорары выплачивают не так охотно, как в России. Тебе слово. Ну, во-первых, Галкин – это всего лишь Максимка. А вот Пугачева, как ни крути, это величина, имеющая в России связи, как горизонтальные, так и вертикальные, имеющая обожателей, почитателей и заступников. Я думаю, что, чтобы на Пугачеву хоть сколько-нибудь обратили внимание, для этого ей нужно пообщаться с Вованом и Лексусом, как, например, они пообщались с Андреем Макаревичем, после чего сразу же Макаревича призвали проверить на экстремизм. Спасибо за то, что вы все-таки представляете собой тех людей, которые сегодня думают в России, таких, к сожалению, как вы сами ощущаете, осталось мало. К сожалению, мало. И, в общем, я там почти 2 года уже не был и никакого желания не испытываю там оказаться. Я просто боюсь, что эта затея может очень сильно сыграть в обратную сторону. Не говоря о том, что я не чувствую сегодня пока вот морального права там показываться, все равно как ни верти, для огромного количества украинцев я артист из России, поющий на русском языке. И если это вызовет у них негатив, я их понимаю прекрасно. И вот не сделать бы хуже. Я в первый день победы вашей, если позовут, разумеется, я с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. Правда, я не знаю, в качестве кого Вован и Лексус могли бы Алле Борисовне позвонить, да и вряд ли она будет с кем-то откровенничать по телефону. Она женщина умная, в отличие от Макаревича, хотя и импульсивная, поэтому, как говорится, и на старуху бывает проруха. А возвращаться будут. Будут кушать кактус, но возвращаться непременно будут. Не все, и не сразу. Я вам больше скажу, уже возвращаются. Просто делают это тихо и на цыпочках, чаще на корпоративчики, без огласки и помпы. Я сейчас говорю о мегазвездах, таких как Меладзе, оба, Кристине Армакайте и подобных персонажах. А если брать актеров и актеришек, Артура Смольянинова, Дмитрия Назарова или писателей типа Акуниных, так это тьфу на них, 2 раза. Но как бы то ни было, возвращаться будут. Это не хорошо и не плохо, не весело и не печально, это данность. А Россия – страна свободная, и запретить своим гражданам во въезде она не имеет права, как и в выезде. Другое дело, что некоторые уже признаны экстремистами, и некоторые уже объявлены в розыск, но это уже другая история, которая, признаюсь, смягчает и греет душу. Все с большей вероятностью соседнюю страну, 404-ю страну, там по-разному ее называют. Страна, которую нельзя называть. Страна, которую нельзя называть по имени. Судя по всему, она готовится к тотальной мобилизации,
принципе, если посмотреть на статистику, демографически она и раньше была в некоторой глубокой яме. Очень глубокой. Мобилизация женщин, детей и стариков эту яму очевидным образом углубит. Как ты считаешь, готово ли общество страны 404 к такому мясокомбинату? Ну что вы, это смотря какое общество. Его на 404-й остановке тоже нужно разделять. Оно неоднородно. Оно, общество, шевелится и бурлит. Буквально вот-вот главком Сырский снова предлагал понизить возраст для мобилизации. Часть общества только за. В основном это женщины неопределенного возраста из западных регионов, которые, кстати, очень даже за то, чтобы хлопчиков возвращали обратно из-за границы и отправляли на фронт. Часть общества против. Они как бы не против мяку на мяку, но против отправляться в окопы. Еще одна часть — партизаны. Это они пускают под откосы поезда с вооружениями под одеждой. Украинские социологи уже подсчитали, что огромное количество уехавших в Европу сограждан больше никогда назад не вернутся. Это начало ямы. Еще миллионы уже переехали в Россию и получили гражданство. Это продолжение ямы. Миллионы ушли вместе с новыми регионами. Это середина ямы. Ну, одно – это потери. Точное количество никто и никогда не узнает. Но судя по тому, что страна превратилась в сплошное кладбище, думайте сами. Совершила самую главную ошибку своей жизни, встав против России. И Сырского уже не интересует, готово ли общество к мясорубке или не готово. Он уже все продал. Для меня более важно, что Россия получила самую действенную прививку от мусульманов. Все, о чем говорили скачущие на мусульмане, об инвестициях, о безвизии, о кофе, о свободах, о лучшей жизни, все это можно получить и без свержения президентов. И, кстати, ничего из хотелок так и не сбылось. Но, как сказал Путин, вы хотели декоммунизации. Что же, нас это вполне устраивает, но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. И так и будет. Дорогой кот, спасибо тебе огромное, что ты всегда на рубеже нашего информационного фронта, трудишься и днем, и ночью, не покладая собственных лап. Это наша заготовленная шутка была. Вот так вот. Что ж, друзья, это был Кот Костян в Метаметрике в очередной раз. Обязательно подписывайтесь на ресурсы Кота Костяна. Кстати, котик, перед тем, как мы закончим, большая просьба вот посмотреть в эту камеру, обратиться к своей аудитории с просьбой подписаться на телеграм-канал Метаметрика, на YouTube-канал Метаметрика, на наши остальные платформы, которые мы тоже указываем. Бесцензурные. И, конечно, мы желаем тебе процветания. Аве, котик. Спасибо, друзья мои, за ваши пожелания. Я знаю, что они всегда самые-самые искренние. А зрителей я, конечно же, призываю подписаться на Метаметрику, ибо нигде более вы не увидите столько разных гостей в одной студии. Спасибо вам за общение, за эту встречу, и я надеюсь, что она далеко не последняя. И после победы мы с вами обязательно встретимся на этом же месте. Адиос! Это была Метаметрика. Дмитрий Егорченков, Никита Данюк и Кот Костян. Помните, мир меняется. Но мы остаемся с собой. Пока. Пока.